Продолжение темы. Сегодня печальная статистика аварий с участием пешеходов пополнилась. Очередное ДТП произошло в Тирасполе несколько часов назад. Улица 25 октября в районе дома 21 произошло дорожно-транспортное происшествие. Наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, предположительно в нетрезвом состоянии. Предположение инспекторов ГАИ подтвердили и сотрудники скорой помощи. Ее, к слову, вызвал сам водитель. Я подошла к остановке, мужчина спал, затем он встал, подошел и прям на краю бордюра стоял, ну, пьяный, естественно. Потом его сбили. С травмами и ушибами мужчина был госпитализирован. По факту ДТП ведется разбирательство.